Здравствуйте, в эфире программа «Азбука потребителя», с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о трендах осень-зима 2016. Что должно быть в гардеробе каждой модницы и как правильно сочетать принты? Советы стилиста. Осень и зима – не повод идти с печальным лицом в магазин. Дизайнеры предлагают позволить себе свободно двигаться и дышать полной грудью, ведь в списке топовых трендов записывают летящие платья с эксцентричными принтами пастельной цветовой гаммы, многослойные юбки, замысловатые вышивки и набивные рисунки на аккуратных блузках и брюках-сигаретах. Капля богемного стиля хиппи еще никому не повредила. Такая идея понравится смелым девушкам, потому что в моде прозрачность, и я предлагаю обратить внимание на полупрозрачность платье. Естественно, не носите его на белье, надевайте вниз либо что-то лаконичное, например, платье-сорочки, либо даже джинсы и простые майки. Евгения Явкина – известный самарский стилист. Многие вип-персоны допускают ее до самого сокровенного, до своего гардероба. Но теперь еще и дизайнер Евгения Явкина специально для программы «Азбука потребителя» на примерах раскрывает, как найти и проверить необычные сочетания. За основу образа я взяла классические брюки от костюма в мужском стиле. Мы позже посмотрим, как этот костюм выглядит полноценно. Но здесь я его разбавила спортивным бомбером с актуальными полосами, про которые я уже говорил, и добавила романтичную блузу с бантом, что также является трендом сезона. Бархат – главная фактура грядущего сезона, которая уже вышла на улицу. Несмотря на свое отрицательное свойство зрительно увеличивать в ширину, грозится стать повальным увлечением модников всего мира. Сейчас в моде бархат и велюр. Для третьего образа, для Даши, я подобрала велюровое платье. Обратите внимание, то, что велюр сейчас можно надевать не только вечером, но и днем, разбавляя, например, джинсой или каким-то простым материалом, трикотажем, скажем. Это платье можно носить не только в таком обличии, как мы сейчас представили, но и добавляя, например, джинсы и простую хлопковую майку. Любовь к форме на одежде стабильно переходит из сезона в сезон, видоизменяясь. Сейчас актуально пальто в военном стиле любой длины, но лучше инвестируйте в длинное на долгие годы. В трендах этого сезона металлизированные ткани. За основу этого образа я взяла платье-трапецию как раз металлизированными ромбами и дополнила его ярким, привлекающим к себе внимание пальто-кейпом, который несколько напоминает военный мундир и милитари, как мы знаем, также в моде. Скептики твердят, что смешивать несколько разных принтов в одном наряде – великая безвкусица. Можно выбрать для себя путь смельчака. Разноплановые принты создают уникальный образ. На примере этого комплекта учимся сочетать принты стильно. Как, например, здесь обратите внимание, юбка у нас в горох, горох красного цвета, но и в топе присутствует красный цвет, несмотря на то, что он с арт-принтом, между собой они отлично сочетаются именно с того, что перекликаются по цвету. Коктейльные вечерние платья должны переливаться вовсю. Пайетки, металлизированные ткани и россыпи кристаллов по максимально зауженному силуэту. Если хотите выглядеть ярко в осенне-зимний период, можете обратить внимание на цвет ультрамарин. Например, как в нашем случае, я сочетала топ с объемными рукавами с классической юбкой-карандашом, но с интересной застежкой спереди на пуговице. Если хотите разнообразить такой образ, можете сверху добавить жакет, например, персикового цвета. Осенью и зимой 2016 года классический костюм обретает новую жизнь. Эксперименты с пропорциями современных дизайнеров возвращают скучную офисную униформу на пик моды. Один из основных трендов – это плиссировка. Кроме того, плиссировку я добавила еще одним трендом – полоскам. В качестве полоски взяла тельняшку. Ни один сезон не может обойтись без полоски, в том числе и этот. И завершила образ вытягивающим жилетом, который отлично корректирует фигуру. Не забываем о том, что выглядеть надо не только красиво. Все-таки погода в ближайшее время обещает снизиться до минусовой отметки. Мода должна быть практичной. Колготы надеваем под цвет обуви для того, чтобы удлинить свою ногу. Если обувь бежевого цвета, то обращаем внимание, чтобы на колготах не было дешевого блеска. Именно дешевого, подчеркну внимание, пусть они будут матовыми под цвет кожи. То есть они не должны быть заметны на ногах, колготы должны выглядеть как вторая кожа. Естественно, актуальны также колготы глубокого черного цвета, как всегда с черной, например, обуви, или насыщенных цветов – зеленый, бордовый, темно-синий. Обувь уже на ваш вкус. Некоторые модницы до первого снега не спешат убирать любимые туфли-лоферы, сапоги-ботильоны на плоской устойчивой платформе или на высоком каблуке. Фантазии вашей нет предела.
Будьте собой и почаще улыбайтесь. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния».